Працягваем выпуск. Делегация деловых колов Инды наведала Гомель. У программе визиту абмеркаванне перспектив супрацоўніцтва у таких сферах, как IT-технологии, будаўніцтва, адукация и медицина. За минулый год знешнегандлёвый оборот Гомельской области с Индией склал 5 300 000 долларов. Таким чином, удельная вага этой республики усяго 0,05% от агульного обороту региона. Разом с тем, у апошнія гады во взаимном супрацоўніцтве отзначены станоўчыя тенденции. Так, у 2017-м зарегистровано совместное предприемство «Гомсельмаш Индия». Вытворчае объединение «Беларуснафта» проводит перамовы об оказании послуг у галине сейсморазведки и пропрацовывая магчимости открытия у Индии своего представництва. У мэтах активизации супрацовництва у студени этого года делегация Гомельской области приняла удел у саммите, який прошел у городе Мумбаи. Сучасный визит деловых колов Индии закликаны посприять поширению двухбаковых сувязей и развитию экспорту послуг. В составе делегации находится компания, которая называется SRM Technologies, и эта компания является владельцем крупнейшего частного университета в Индии. В этом университете представлены различные образовательные направления, такие как, например, техническая инженерия, юриспруденция, сельское хозяйство. На данном этапе следует начать сотрудничество с программ обмена и подписания соглашений.